Ежегодный день книги рекордов Гиннесса отметили в эту среду и четверг по всему миру, как и полагается, новыми достижениями. Более 200 тысяч человек из разных уголков Земли приняли участие в массовой попытке установить рекорды. Международный день книги рекордов Гиннесса отмечают уже 7-й год подряд. Это международный праздник рекордов. Это шанс для каждого по всему миру попытаться установить рекорд, попытаться побить какой-то рекорд или установить новый. Самое большое скопление лепреконов наблюдалось в этот день на родине этих сказочных персонажей в Ирландии. Мы считаем, что место для рекорда по самому большому количеству лепреконов в одном месте должно быть на их родной земле, в Ирландии. В Лондоне соревновались в скорости передвижения на необычных транспортных средствах, самой маленькой машине, самом быстром скутере и самой быстрой ванне на колесах. Кроме этого, в британской столице создали самый большой 3D-рисунок на асфальте. Тем временем в Германии каскадер Дэнни Дустерхофт проверил, каковы пределы его выносливости и попытался побить рекорд самой длинной дистанции, которую пробежал человек, полностью охваченный огнем. Попытка оказалась удачной. Мне действительно было горячо, и сейчас я чувствую сильную усталость, потому что я почти не мог дышать. А в США рекорд установила инструктор по йоге. Этой женщине 91 год, но похоже, что не каждый подросток может повторить то, что она делает в таком возрасте.